моя ласточка. Это... В прямом смысле, видишь, у нее педалька, ласточкин хвост. Ласточка, свет нифига не видно, ничего, на нее бы направил. Это, в общем, катушка, которая для... Ай, какая катушка. Для кого это? Для большой рыбы, наверное. Большая катушка, я ее на фидер поставлю. Покажи, остановись, чтобы... покажи. Такая. Что такое фидер еще? Скажи. Да, ругательство? Леща ловить. Леща. Для спиннинга-то у меня есть катушка, поменьше размером. А это, видишь, большая. Видишь. На нее можно и метров тут намотать уже. Сколько? Сейчас тут не пишет, надо почитать там в этих документах. Сейчас покажу коробку, я даже вещь еще не разобрала. Шимана, как она называется, марка. Носки. Вот. 4000, вот так она называется. И киска. 4000 это размер. 4000 размер, да. И киска 100 миллионов тысяч любой моих сладких. Слышите, как работает? Не слышите, потому что она работает бесшумно. Да. Ничего не закусывает. Здесь везде подшипнички. Тут подшипнички. Вот здесь, по идее, должны подшипнички стоять. Все так приятно шебуршит. Это Мерседес среди катушек. А Святослав эти свои наушники рассматривает. Сидит тоже, мне уже 25 раз поцеловал. Спасибо, спасибо, мам. Спасибо, спасибо, наушники хотела. Ой, не могу. Будем вечером играться. Коротать вечерок, будем мотать катушку. Класс. Видишь, как она своим весом опускает лапку? Да, я вижу. Все. Ждем рыбалку, скорее бы. Да, 200 метров можно намотать. Дай-ка я ее в руку. Хорошая, большая. Но она красивая. Да, у них дизайн вообще сумасшедший. Вот Шимана, Дайла. Все, в общем, друзья мои, подарок показали.